Всем большой привет! Для всех тех, кто не смотрел прямую трансляцию фестиваля «Студенческая весна-2019», мы специально и эксклюзивно расскажем обо всем интересном ровно за 7 минут. Это дневник «Студенческой весны-2019», у микрофона Роман Полинсков. Сегодня день второй. Первыми на сцену вышел инженерный институт. В их программе мы видели то, что ребята переместили зрителя на планету под названием Орбиус и познакомили зал с обитателями планеты. Да, инженеры они такие, с каждым годом все лучше и лучше. Смысл их сценки заключается в том, что участники поделились на два лагеря. Один выступал за добро, другой за зло. Не только на убийство. Свет. И тьма. В единстве. Навека! Помимо этого, ну как всегда по классике, угадай, что было? Правильно, много классных и сочных танцевальных и вокальных номеров. Теперь настала очередь юридического факультета. Постановка «Красавица и чудовище». Нет, это не то, что творится у них на юрфаке. Это не пересдача экзамена по криминологии. Они на самом деле показали сказку и тем самым весь зал окунулся в атмосферу детства. Постановка у ребят была выполнена по всем канонам Диснея. Здесь была и Белль, у которой любимая книжка «Большая школьная энциклопедия». Я бы рассказала ему, как хорошо мне здесь, как хорошо меня приняли и сколько здесь книг, который показал он. Я знаю, в его глазах я вижу душу. Он не такой уж и сердитый, каким хочет казаться. Если бы он смог раскрыть мне свое сердце. Кроме нее и остальные всеми любимые персонажи детства. Шкаф, часы, посуда и гвоздь инвентарной команды. Максимально артистичный подсвечник. Маэстро, музыку! Шер, мадемуазель, для нас великая радость и честь приветствовать вас в этом зале. Располагайтесь, отдыхайте. Столовая замка с гордостью представляет ваш ужин. Вы наш гость, вы наш гость. Позабудьте грусть и злость. В нашей очень вкусной рыбе не наткнетесь вы на кость. Суп дежур, нежный шпик. Не обед, а просто шик. Вот отведайте корки, блюдца от нее в восторге. Блюд всей честь. Закричишь, мне все не съесть. До тех пор мы не дадим себе присесть. Бонус! Все же знают, с какой скоростью читает Эминем. Так вот, на российской эстраде теперь есть свой Эминем. Ну и гвоздь программы. Сколько раз я пересматривал мультики, фильмы и постановки «Красавицы и чудовища», но это все не канон! Пацаны, нам лгали! Почему никто не говорил, что в сказке была кавказская свадьба? Дисней, алло! Почему мультики не по канону? Точно сыграет он свадьбу скоро! Вот он какой! За меня и за мою свадьбу с красавицей Белль! А!
Ну и по традиции, помимо канвы были и песни, и танцы, и игра со светом. Короче, зря ты прямой эфир не посмотрел. Вечный словно свет, сказочный сюжет, чудовище и Бель. Сказочный Ну а на этом все. Понравился выпуск? Подпишись и следи вместе с нами за студенческой весной КФУ 2019. Еще увидимся.